А чего не улыбаешься? Во. Спина. Держи. Смотри, я что я нашла. Чего ворчишь? Я думала, ты радоваться будешь. Ну что, все. Вы нам крикните, там, махните, когда уже мы будем вставать на занятия. Так, вот. Все, в кружочек встаем. Мы в кружочке. Всегда у нас начало. У нас сегодня социальные упражнения, социальные игры. Да? Вот. С кого начнем? И вот кто первый, и по кругу. Женя, с тебя. И потом вот так вот по кругу. И мы повторяем. Нена! О, господи, а Женя! Настя. У нас здесь занимается наша студия. Творческая мастерская вместе. У нас несколько типов занятий. Эвритмия, музыкальная импровизация, фолк-группа «Птица» репетирует здесь. И сегодня мы были на занятиях по социальному взаимодействию. Расскажите поподробнее социальное взаимодействие. На что оно направлено? Ну, как? Ну, во-первых, все в словах. Социальное, то есть ребята в социуме, взаимодействие, они между собой взаимодействуют. Нужно уметь взаимодействовать между друг другом. Ну, вы видели, они уже научены за 5 лет, они уже научились это делать. Они чувствуют друг друга, они чувствуют новых. Вот вы сегодня у нас первый раз были, они вас очень хорошо ощущали и чувствовали. И, наверное, вас нужно спросить, насколько комфортно вам было с ребятами в каких-то упражнениях? Я говорю это, наверное, в каждой мастерской, что учиться, учиться и учиться. И то есть здесь, правда, учиться вот этому взаимодействию, этой открытости. То есть не было такого, что человек подошел и как будто они находили подход ко мне. То есть это было не в лоб, не напрямую, а с таким как бы вопросом, и это было в жестах, в интонации, как бы вот. Вот я это так ощущала. То есть это было прям такое тактичное взаимодействие, я на него отвечала. И вот это вот в течение вот этих лет, это, ну не выучка, это неправильное слово, это опыт общения ребят. А, ну вот кто, как, вот так вот вы. А у них лапки также. Руками, Валер. Руками. Маслица красна на фоне, как вороных, на саночках расписных. Живет масленица семь годов, а живася масленица семь деньков. Вот как долго выбегаючи, это звоночка каючи. Вообще, ребята, я сначала хочу вам сказать огромное спасибо за то, что я побывала с вами на занятии. Надо было сначала, наверное, рассказать небольшую предысторию, что я вообще здесь делаю. То есть я через ваши мастерские пытаюсь в видеороликах показать людям, чем вы занимаетесь, как вы живете, что вообще такое инклюзивное взаимодействие. И сегодня, я думаю, у нас получилось вот эти неподдельные эмоции получить и передать через камеру. Это вообще потрясающе. Просто я хочу задать вам сначала один вопрос. Расскажите ваши ощущения вообще от занятия. Вот такой вот обширный вопрос, но у каждого будет свой ответ. Ну, как в первый раз. Как в первый раз? Да. Каждый раз, как в первый раз. Да. Настя. Интересно. Какие ощущения от занятий? Ну, вообще мне сегодня понравилось. Сегодня прям как это. Это будут вообще. Это неожиданный день сегодня. Неожиданный? Да. Вообще. Это невероятно, что для меня и для ребят неожиданный день. Как часто вы вообще занимаетесь? Я с вилкой тепло ревела. Мерз. Аж самого слезы. Ну, когда тебя обняли, ты заревела. Это вообще. Слезы потекли у тебя. Меня это задело, как говорится. Расскажи, пожалуйста, ощущения тоже от занятия.
Ну, все не очень хорошие. До всех ребят. Ну, мы... не постоянно занимаемся этим, а по дням. Угу. То танцами, то еще чем-нибудь там. Сегодня вот расскажи, чем вы занимались? Угу. Как ты это чувствуешь? То есть что это для тебя, эти занятия? Ну, для меня это радость. Радость. Так, у нас глаза открыты. Тепло земли медленно поднимается по моим ногам. Я чувствую это тепло. Тепло поднимается в мои руки и останавливается на моих ладонях. Солнечный свет касается моей макушки и медленно проходит по волосам, по ушам, по щекам, по плечам и спускается в мои ладони. Я поднимаю вверх ладони и чувствую маленькие солнышки в ладошке. Я соединяю ладошки и начинаю катать маленький золотой шар в моих ладонях. Это маленькое солнце, которое я подарю самому близкому мне человеку. Я держу рядом ладони и чувствую тепло маленького золотого шара. Там моя любовь. Там моя радость, там моя искренность. Как я люблю этот мир, как я люблю этот яркий свет, как я люблю солнце и эту землю, как я люблю людей, которые рядом со мной, как я хочу подарить им самое дорогое, что есть у меня, мою любовь. Я открываю свои ладошки, я открываю глаза и посылаю свет моих ладоней самому дорогому и близкому человеку, который стоит передо мной. Я открываю ладони навстречу ему, и он погружается в мою любовь и тепло. Мне не нужно прикасаться к человеку, мне нужно просто его любить. Вообще хочется тогда спросить, раз речь зашла о перформансах, наверное, расскажите про ваши ощущения, когда вы видите вот этот итоговый результат, вот этот перформанс, на который люди реагируют горящими глазами и вдохновляются. То есть я лично видела, как люди на это реагируют. Расскажите, как вы это ощущаете, вот этот вот путь и итог. Да, правильно сформулировали, путь. У нас именно был путь. Все сцены перформанса создавались вот как раз из упражнений, которые были здесь. У нас не было выученности «пойди туда, принеси то, не знаю что». То есть вот что-то такое, эксперимент, какая-то импровизация, и вдруг получается. Мы запоминаем, потом начинаем уже ее обыгрывать. Мы сосредотачивались на другом. Мы именно на процессе. Итог. Ну, будем
говорить так, я человек творческий, в принципе, мой опыт жизненный, раз я все равно музыкант, я предвидела нечто подобное. Это не самое главное. Но когда люди вставали на этом упражнении, на нашем, на последней сцене, да. Но мы стояли с Дашей, сдерживались, чтобы не расплакаться, потому что шел такой посыл. Это дорогого стоит.